Хорошо сидим? Очень. Отлично. И делать ничего неохота? Нет, очень охота. Самое главное, сделали, позавтракали. Если посидим, где обед? Да, немного посидеть, и обед будет. Друзья, пришло время переобуваться. Еще немножко технической информации. Многие просят, говорят, не переставать ее говорить. Выдра у нас на полтиннике Меркури, а фрегат на сороковке Меркури. На выдре стоит 11-й шаг, винт, то есть более грузовой. У нас стоит 12-й шаг, но винт 4-лопастной. Загрузка у парней, конечно, меньше, чем у нас. Я думаю, что прилично меньше. Но с 11-м шагом Дима шел всегда наравне с нами. То есть и он, получается, шел на меньших оборотах. Мы шли на максимальных, а он шел на меньших оборотах. Так вот, полтинник съел бензина меньше, чем мы, так как шел на меньших оборотах. А запас мощности у него был еще в километрах, наверное, в 7. То есть он мог на 7 километров бежать быстрее. И сжег, мы сожгли 200 литров, а он сжег 160-170. Я считаю, что это серьезный показатель. То, что не всегда нужно идти на высоких оборотах, можно иногда поэкономить. Но все зависит от ситуации. Вот я начал уже разбирать. Так что будем сейчас перекинем все и будем тестировать, сможем ли мы этот груз вообще вывести на глиссер по большой воде. Потому что тут еще участок километров, наверное, 40. Нам нужно будет идти по глубокой воде. Можно, конечно, было бы еще пройти на винте, но там дальше места для переобуваний просто нету. Так что придется это делать здесь. Все болты откручены, струбцины откручены, уголок усиления откручен. Осталось перекинуть мотор. Думаю, в этот раз мне помогут авода, раз их так много. Сейчас они подцепятся, да, Наташа? И поднимут мне мотор, чтобы я не корячился. Ой, какой приятный звук, вы только послушайте. Какие приятные, как они какой массаж делают лицу, мамочка родная, всем советую. Ой, какая красота, массаж вообще, прям вот великолепный массаж, щекочет прям везде. Мы еще борода спасает, что так бы тут еще все кусали бы. Ой, кто тут упал у нас, ящик? Кто с ящика упал? И сразу обиделась, побежала. Алексей погладит, конечно. Пожалеет. Пожалеет. Наташа. Я только перевернулась, хотела посмотреть, как ее жалеют. Я. А мне не страшно ничего. Вот оно количество мошки. Мы думали, сегодня жарко. Сегодня градусу 28 обещали. Если он не больше. Думали, будет пожарче, как-то это поменьше станет. Я их уже съел, наверное, не одну сотню. Ну, сейчас ты их вот на мне нет, я пошевелилась. А вот это вот, да тебе кажется, что на тебя нет. У тебя их вообще жесть. Ну как эксперимент? Эксперимент не удался. Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поставил мотор с винтом на транец, где он должен стоять с водометом. Мне интересно было, как поведет себя мотор. Сейчас ездил до Алексея с Димой, они там переодеваются на песочке. Фу, нельзя в лодку грязной такой. Они встали на задние баллоны, жопу поднагрузили. И чуть-чуть не хватает выйти на глиссер, совсем чуть-чуть. То есть все говорят, что нужно опускать разницу между водометом и винтом 12 сантиметров, я думаю, 5 сантиметров за глаза, потому что сейчас у нас разница всего в 7. Вот такие дела. Нужно экспериментировать дальше. Эксперимент провели. Как я и сказал, он был неудачный, но ничего страшного. Осталось сейчас снять редуктор, поставить быстросъемные, они у нас уже стоят на водометной насадке, и поставить насадку. Сейчас я с вами немножко поделюсь сумкой для редуктора и для водометной насадки, для всех запчастей, которые лежат в одном месте. Вот такая большая сумка под все запчасти. Сейчас я вам подробно покажу, что туда помещается.
Друзья, вы все прекрасно знаете, что я плохих вещей никогда не рекомендую. Рекомендую то, что сам попробовал, попрактиковал. Если мне эта вещь понравилась, я о ней говорю. А если даже вещь не понравилась, я о ней еще больше говорю. Потому что страна должна знать своих героев. Вот и в этот раз компания Ternix нам сшила несколько сумок. Сумка для водометной насадки. Так как у водометной насадки очень много грязных и острых вещей после эксплуатации. В лодке ты не знаешь, куда положить. Там торчит такой вал, сама насадка вечно в смазке. Там что-то вылазит немножко. Зазубринки на пластине, на пластинках снизу. Все это может как порвать лодку, так порвать какие-то ваши вещи и также их замарать. Это гигантско неудобно. Мы периодически в какие-то тряпки заворачивали, в стрейч. На вал надевали банку пластмассовую. Это до такой степени надоело. И ты не знаешь, куда ее положить. И она постоянно какого-то не формата, не того, что нужно. И также, когда ты ставишь водометную насадку, ты ставишь винтовой редуктор. Точнее сказать, наоборот. Винтовой редуктор точно так же. И он уже не стоит. Его нужно куда-то ложить. Также грязный вал. Острые края у винта. Потому что периодически все равно где-нибудь что-нибудь допоймаешь. И вот приобрели такую прекрасную сумку. У компании Ternix мы уже приобретали очень много разных вещей. Я вам настоятельно рекомендую, потому что вещи очень качественные. Не подумайте, ни в коем случае это не реклама, это просто хороший положительный отзыв о хороших вещах. У нас бортовые сумки компании Ternix, у нас чехол на лодку, чехол на мотор. Вот сумка здоровая, и у нас еще на бензопилу сумка есть. Потом я ее, не знаю, есть смысл показывать или нет, ну, может быть, покажу. Начну когда пилить что-нибудь дрова и покажу. Ну так вот, сумка, конечно, получилась большеватой, но зато сюда входят все запчасти, как для винтового редуктора, так и для водомета. Сама по себе насадка и так нелегкая. Вот так это все выглядит внутри. На вал надевается канализационная трубка 32-го, по-моему, диаметра. Здесь даже какую-то вещь тут у нас, потому что она лежит поближе. И мы туда еще положили эти, дождевики. Ёпарсоты. Машка сбивает с толку. Тут у нас запасной винт. Тут у нас косметичка. Так я ее ничем не заполнил. Как-то получилось немножко по-другому. Тут у нас литр клея и еще всякие разные тут маленькие тюбики с клеем ПВХ. Так, что у нас тут еще? Давайте заценим. Тут все смазки, ковырялка, кстати, она будет нужна, потому что ставим водометную насадку. Шприцевание, запасные свечки, фильтра и получается у нас здесь еще сам пистолет для шприцевания. Вот такая сумочка, тоже сюда все входит. Очень удобно. Еще у нас здесь лежит съемник такой увесистый. Это для снятия подшипника на водометной насадке. Также возим с собой подшипники, сальники, два комплекта на всякий случай. Бывает так, что с первого раза не получается, что-то сломал. У тебя есть всегда второй шанс. Так. А также здесь лежит запасной импеллер родной алюминиевый, запасная алюминиевая родная обечайка и также интейк чиненный уже. Сейчас убирается, точнее сказать, ставится водометная насадка. Редуктор кладется сюда и также все вещи кладутся обратно в эту сумку. Кладешь, обкладываешь вещами и ты уже не боишься, потому что вся сумка усилена. Ты не боишься, что-то замарается, либо порвется. Это, друзья, на самом деле очень удобно. Поверьте мне. Ну что, поехали снимать. Кулька у нас как корова. Прячется от улова до пимошки в воду. Уже не знает, куда деться, ничем не набрызгать, не намазать. Вот только успеваешь у нее с лица стирать. Сейчас вот залезла в воду, стоит. То по лесу бегает специально, то лицом бороздит. Ой, бедняжка. Эту поездку, походу, мы все прикурим. Да, Полечка?
сяду на пенек, съем пирожок. Не напекла еще, ну иди ставь уже. Включай плиту там, газ. Все. Газовую или электрическую? На газовую будешь или на электрической плите готовить? На какой? На индукции. На индукции, молодец. А мы, как всегда, перекладываем вещи, заправляем баки. У нас, походу, собирается гроза. Вот оно все так потемнело. Тары, 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 сколько тары. Ой, ужас какой. Подружка нас всегда сопровождает везде. Кедровочка. Давай, спускай нам шишки для кедровки. Да-да, побольше спускай. А, они перекрикиваются, вот это еще орет. Такие песни нам по утрам поет. Ой, прям вообще. Талантливая птичка. Вот она красота какая к нам идет. Моросит тихонько уже. Сейчас, походу, даст. Вот и дождик прошел, опять вышло солнце, красота. Душевненько. Пойду дальше заправлять баки, так как дождик не дал это сделать полна. Первый улов на сегодня. Решил Наташе собрать спиннинг и пару раз кинуть. Вот щуренок, грамм на 400. А вот рыбак стоит, ждет спиннинг. Спиннинг. Вот еще один улов. Маленький, правда, опять. Маленький. Также 400. 400-500 грамм. Ага, плескалось, как будто там, я не знаю, не один килограмм. Вот, друзья, наловили мы немного щуки. Получилось у нас 6 штучек. 6 небольших. Грамм по 700 они, не больше. 700-800. В самый раз закоптить, либо пожарить. Алексей сказал, будем коптить. Взял нож и пошел чистить. Эта щука полчаса назад плавала в реке, а теперь в тазике с солью. Алексей в громадном тазике. Разделал ее. Да, тазик громадный просто. Сейчас будем коптить. И под 50 килограмм, хотел сказать, под 50 грамм кедрового сока будем употреблять. Вот, друзья, у нас готова щучка. Ой, какая вкусная. Друзья, добрый вечер. Вот у нас готова рыбка. Алексей постарался. Смотрите, какая вкуснятина. Снимаем пробу. Ой, ну, сейчас я уже снял. Сочная собака вообще. Собака тоже попробовала. Ну, друзья, давайте. За ваше здоровье, за наше здоровье, чтобы у всех было все хорошо. Давайте. По 50 грамм кедрового сока. Только что выжатого. Свежевыжатого. Да. Кедр вон. Время 1:00. Мы пришли набрать воды на завтра. Вот тут на задах такой туман красивый. На заводе. И пулька на кого-то рычит. На уток он тех. На чучел, думаешь, рычит? Да. Чучела стоят, она ворчит. У нас только что были местные жители в гостях. Пришлось сегодня посидеть, задержаться. Завтра нам вставать в 5 утра. Планировали в 10 лечь, но не получилось. Че, пулечка, кто там? Там чучела. Утки. Точно, утки. У-у-у. В позу встала уже. Ты еще не вздумай поплыть.
Ой. Ну что, пойдемте спать. Пошли спать. Пуля, пошли, там нет никого. Одна рыба только плещется. Щука плещется. Ну, пошли, пошли, давай, пошли. Молодец, молодец. Наругай, наругай. Так, ничего не пахнет? Паратины, они, скорее всего, бегут. Наругай. Да, наругай, наругай. Пойдем. Пойдем. Друзья, наступил шестой день. Сегодня на улице очень тепло и солнечно. Прям душевно. Сейчас начнем собираться. Встали сегодня в 6 утра, хотели встать в 5. Но так как у нас заезжали к нам вчера гости, очень веселые, очень активные, с бутылкой водки, точнее сказать, с двумя, проезжали просто мимо из одной деревни в другую, увидели туристов и причалили к нам. Естественно, все хорошо подвыпившие. Не мы. Нет, не мы, конечно же. Мы вчера навеселились, правда? Они нам разбавили атмосферу вечернюю. Колорит создали. Я бы сказал, что колорит такой, что ого-го. Они прям босиком из лодки по глине сюда вышли и сели. В общем, было весело. Мы вам не показали этого, но оно вам и не нужно, поверьте. Сейчас укладываемся, уже позавтракали. Опять перекладываем все в лодки, так как уже идем на водомете. И так каждый день. И трогаем. Сегодня мы должны дойти до места стоянки, разбить лагерь уже на 10 дней. Так что собираемся. У нас какое веселое утро. Что такие звуки издают, друзья? Что они так переговариваются? Машка тоже помогает мне укладываться. Молодец. Кусает так, что хочется быстрее уложиться и выйти на воду. Как всегда в лодке разруха. Везде все валяется, перекладывается. Вещи таскаются, складываются.
Иногда прям хочется как можно быстрее оказаться на месте. Разбитие лагеря, установить палатку, столы, стулья, обустроиться и уже на пустой лодке рыбачить, ничего не перекладывая. Почти все вещи собраны. Наташа разожгла костер, сжигает остатки нашего мусора. Какие-то баночки, пакетики, бумажки, чтобы за собой оставить только порядок и чистоту. Почти уложились, остались совсем маленькие штрихи, и трогаем. Место шикарное для отдыха. Птички поют, виды сумасшедшие, тишина и никого нет. Почти. Сидим, перекур. Устали немного, догорает костер, сейчас потушим костер. И поедем навстречу мечте ловить хариус. Одного. Но всех? Ну большого. С красным плавником. Упаковываем собаку. Наша мадама, чтобы чисто ехала, не по глине приходит. Держи ее. У нас там только одежда. Следующая. Меня так же? Я тебя так не смогу взять. Куда, ты готова ехать? Да, все. Все, упаковались месяца, хотя середина июля. Так что в этот раз мы потолкаем лодочки. Первое приключение на воде. Вот сюда вроде немножко мы. Мы левее прошли так. Дрынь. И все, и подскочили. Ну, сейчас будут толкать. Зад, там перед, да. Зад, куда перед, нормально стащит. Здесь рыбы нет! Здесь и воды нет! Наблюдательный пункт. Ага, пошли. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодцы, мужики. Раз, два, три. Ой, мушки заедают, боже мой. Давайте попробуем толкать назад. Чтобы на глубину толкнуть. Попробуем, нет? А, ну, давайте. Как оно будет поинтереснее, чем мы это будем. Раз, два, три. Два, раз, два. Раз, два, сюда, сюда, сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Далее! Давай пробуем. Вот тут, Наташка, мы бы с тобой вдвоем разгружались уже. Прошли всего 30 километров, а еще 150. Что же будет дальше? Я не знаю, что нас ждет дальше. Какие твои прогнозы? Чего? Какие прогнозы?
Прогнозы, честно сказать, неутешительные, потому что реально река очень мелкая и очень неожиданно. В этом году дождей, правда, и так мало. В общем, если вся пройдет... надежда на погоду. Но если дожди пройдут, рыбалки не будет. Горная река сразу взбаламутится и все. Ну, мы обязаны выполнить свою миссию. Задачу. Просто обязаны. Поехали. Улыбаемся дальше. И машем. Идем сплавом. Где-то у нас Дима с Алексеем отстали. Может, что случилось. Так что идем сплавом, ждем. Если что, будем возвращаться обратно. Рацию включить. Тишина, спокойствие, птички поют. Ну прям. Ручеек. Июль месяц. Душевно, но воды критически мало. Мега ручеек красивый. Красивый ручеек. Погода нас радует. Просто, я сказал, даже не радует, а балует. Пулька уморилась. Гулять, говорит, не отпускают. Я хоть устала. Пока ждем наших пацанов. Константин Владимирович умудрился поймать щуку. Моя хорошая. Нормально, килограмма два. Два, да. Спустились обратно, вот отчаливаем. У парня неожиданно перестало поступать топливо. Мотор, причем на полном баке. Подключили нашу магистраль. Прям лодки жопой к жопой соединили. Отсоединили от нашего мотора к ихнему, прокачали. И все, и топливо пошло, потом с ихнего уже завели. И он сам насосал уже, получается, с ихнего бака. Что было непонятно. Сейчас будем тестировать. Как только я похвалил погоду, так у нас сразу понеслись тучи, затянуло все небо. Мы уже подготовились, достали дождевики. Прошли мы километров, наверное, дай бог, 75, а нам еще километров 80. После винта на водомете кажется прям, как пешком идем. Идем 20, как мелец ловим, так идем 30. 20, 23, 24, 25. Ждем Диму с Алексеем, они там дозаправляют баки. Наташка решила еще порыбачить. Кто-то вот тут у нас спит. То лежится, то спит. С этой стороны небо почти чистое, а с другой стороны все затянуто. Ну что, как и предполагалось, что речка очень мелкая в этом году. Мы с Наташей посадили на мель. Где-то вот здесь. Сейчас оттолкали с мужиками и с Наташей. Все вместе лодку, где поглубже. Сейчас мужики чистят интейк. Скатываемся до глубины и пробуем еще раз проходить. Бурлаки на Волге! Ты ворочаешь его туда? Наверное, все-таки надо прямо, осталось, мне кажется, немного, и там дальше. Ну? Мель пойдет. Ой, глубина 30.
Идет. Нет, стоит, блядь. Стоит. А куда она цепляет? Сгоним для крысера. Все, пошла. Пошла, родимая. Пошла, родимая, давай. Только не садись. Самое главное, успей запрыгнуть. Оп. Опа. У меня уже ноги и руки просто отваливаются. Встали на ужин. Сколько у нас времени-то? Я что-то забыл даже время посмотреть. Идем до завтрака. Идти будем до завтрака? 20:46. Почти 9 часов. Уже вымотались. Сегодня натаскались в досыта лодки. Решили все-таки остановиться, покушать. Так как все уже голодные, холодные. Ну не злые. Да. Ну вот думаем идти до Победного или вставать где-то еще на ночлег. Предсказуемо, конечно, было, что дорога будет тяжелая, но не до такой степени. А на ужин у нас копченая щука и черный хлеб. Все у нас скромно. Все у нас скромно, да. Ой, какая красота, солнышко светит. Может, дождя так и не было. Маленько покапал и все. Дима пытается связь поймать. Да какая связь он? Я шучу. Телефон в руках не держал. Соскучился по телефону. Да, я еще буду так сказать, привет.
Друзья, мы это сделали. Время 12 ночи. Какая красота, что 12 белой ночи. Не темнеет. Мы смогли добиться. Долбились, таскали. Чистили интейк. Сказать, что устали, вообще ничего не сказать. Пройти 400 километров на винте, это оказалось легко. А пройти 200 километров на водомете по горной реке, это, я вам скажу, дорогого стоит. Встали такое вот прекрасное место. Сейчас лодки привяжем и будем ставить палатки. Ну и, конечно же, 50 грамм кедрового сока за приезд. Мы это заслужили. Сидим, кайфуем. Времени уже без 10:02 ночи. Светает. Ну, в общем-то, и не темнело. Так вот расположились. Место прекрасное. Палатки поставили, вещи разобрали. Сейчас пьем чай и будем укладываться. Дима сказал, что ставим будильник на 5 утра и идем ловить хариуса. Все, говорит, не в моготу, руки трясутся, говорит, хочу хариуса поймать. Прям так и сказал, да? Так что вам спокойной ночи и нам тоже. До завтра.